включить именно с этого. Сегодня мы ночью. Было купо, нам все расскажет. Давайте подвинемся немножко. Ну, пойдем. Пару шагов. Пусть она снимет. Президента РСФСР в краях и областях России. К настоящему моменту
Отсутствует информация по Ставропольскому краю, Архангельской и Белгородской областях. В отношении остальных регионов контрольное управление пришло к следующим выводам. Первое. Руководство 29 регионов, более 60% от их общего числа, заявило о своем безусловном подчинении законно избранному президенту РСФСР и отмежевалось от действий ГСЧП. Второе. Уклонились от исполнения указов президента России и не дали должной политической оценки антиконституционному госперевороту. Амурская область, Белоногов, Астраханская область, Кужвин, это фамилия руководителя области, Владимирская область, Долгов. Исполком Владимирского облсовета не подчинился решению президиума совета, подтвердившего свою приверженность законной российской власти. Воронежская область, Калашников, Ивановская область, Лаптев, Курганская, Герасимов, Курская, Березняков, Мурманская область, Малин, Оренбургская область, Костенек, Орловская, Васильковская, Псковская, Пушкарев, Рязанская область, Калашников, Саратовская, Гришин, Тульская, Ананья, Ульяновская, Казар, Читинская область, Иванов. Они не подчинились. Третье. Открыто поддержали действия ГКЧП и содействовали созданию в своих регионах аналогичных незаконных преступных организаций и руководителей следующих регионов. Краснодарский край, Кондратенко, Гравой, Липецкая область, Топорков, Ростовская, Бородаев, Самарская, Тархов. 21 августа 1991 года. Главный государственный инспектор РСФСР В.А. Махарас. Это первое. Второе. Подходят разные граждане и говорят, что на том берегу начинают растаскивать троллейбусы. Я вновь назначенный командир 142-го отряда самообороны. Прошу человек 20-30 наиболее крепких мужичков собраться вот здесь вот и пройти со мной или вот с ним, моим замом, на ту сторону берега, проверить, так ли это, обочаться еще рано, растаскивать бригады еще преждевременно. Я прошу всех желающих подойти вот сюда. Продолжение следует...
Thank you.